вы себя чувствуете? Ну, сейчас уже все как бы прошло. Боль в груди мучила Александра Левина на протяжении нескольких месяцев. Снимал симптомы таблетками, к врачам пойти было некогда. В начале недели просто не дошел с работы до дома. Упал у подъезда, успел позвонить жене. В итоге операция. У мужчины обширный инфаркт. Болел в груди, в основном давит. Чувствую, что-то давит. Но как бы это терпимо, как бы это все это... Можно было какими-то таблетками. Зимой отделение кардиологии 7-й городской больницы переполнено. Здесь и мужчины, и женщины пенсионного возраста. К тому же много тех, кому буквально за 40. В связи с холодами ишемия обостряется, говорят специалисты. В группе риска также те, кто курит, люди с перепадами артериального давления и сахарным диабетом. Если появились такие боли, обычно они отдают в шею, в нижнюю челюсть, в левое плечо, под левую лопатку. Пациент покрывается потом. Вот при появлении таких признаков ни минуты медлить нельзя. Как говорят доктора, летальных исходов удается избежать, но многое зависит от самого пациента. При первых симптомах нужно вызывать скорую или просто бежать в больницу. Тут работает правило золотого часа. Альбина Слагараева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.